Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев, включая депутатов Государственной Думы и сенаторов, перечислить свою месячную зарплату на борьбу с последствиями пандемии. Свое решение он озвучил на втором социальном онлайн-форуме, который прошел 26 января. Одинцовские партийцы поддержали это и другие предложения второго социального онлайн-форума. Волонтерский центр «Единой России» продолжает работать в ежедневном режиме. Активно помогают добровольцам представители общественных организаций, депутаты-единороссы, молодогвардейцы и неравнодушные жители муниципалитета. Волонтеры оказывают адресную помощь населению и контролируют соблюдение масочного режима вместе с сотрудниками территориальных управлений.